श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री вся слава Параманду Шримад Бхагаватам царю среди всех священных писаний. И в шестой песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами описывает Паушана Лилу, то есть Лилу проявления милости Господа. В пятой песне Шримад Бхагаватам описано стан лила. Шукадева Госвами объясняет, как в зависимости от совершаемого баджана разные души получают разные места назначения в соответствии с системой, которую установил сам Шри Кришна. Но также он описывает исключение из правил, что иногда Господь по своей беспричинной милости может наделить кого-то чем-то, чего он не заслуживает. И главным образом шестая песня Шримад Бхагаватам и описывает вот эти ситуации, где некоторые души получают беспричинную милость Господа. Salvation, but not
सेवा से इतने पसंद एक श्री हरिना विद नॉट एज विद संबंध ज्ञान विद नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप देन श्री कृष्ण विल गिव हिम द सेवा से द सो ऑफ सेवा द सेवा यस. И в Аджамил Упакши как раз описывается ситуация милости святого имени Нама Прабху, который сам не отличен от Господа. Нам Прабху чрезвычайно милостив, и даже Нама Абхаса, то есть не само Шуда Нам, чистое имя, а подобие святого имени, наделяет человека освобождением от всех грехов и также мокшей. Но Кришна не дает сева сук, то есть возможность преданного любовного служения ему, если человек не повторяет святые имена самбандой. То есть необходимо повторять святое имя с пониманием своих отношений с Господом ради того, чтобы достичь сева суку. So Namahas works both as well as relief from all sins. But Namaseva, that is with Sambandhi Jnana, Nam Seva is done, then a person will get the opportunity to serve Shri Krishna. То есть просто повторение, может даже случайное повторение Нама Абхаса освободит человека от всех греховных реакций и наделит его мокшей. Но Нама Сева, то есть повторение святого имени с настроением служения Господу с пониманием своей самбанды, отношений с Господом, приведет человека к возможности служения Господу в его обители. If you get initiation and will, then that will, that Shri Harinathra, Nathra, will be much more kindful and merciful to us. То есть очень важно получить святое имя из уст духовного, истинного духовного учителя, от Ачарьи. И когда мы получаем духовное посвящение, святое имя, то святое имя будет благоволить нам уже, и мы должны должным образом почитать его, повторяя его с преданностью и искренностью. So if a person has not taken initiation or has not taken harina from a chedar, from a good parampara, and he is taking Shri Harina, then Nam is powerful. And Shri Harina Prabhu will give him two things. Even then, without initiation, even if harina is taken, then it will provide two things. But his sins will be removed and he will get moksha, but not seva. To get seva, he should take Shri Harina from the proper channel, and that should not be Nama Bhasa. That should be Sambandhikya, the name that is with Sambandhikya. Святое имя всегда обладает абсолютным могуществом, потому что это сам Господь. Но все же рекомендуется получать святое имя через канал, авторизованный канал цепи ученической преемственности. Но в любом случае, если человек не инициирован и где-то услышит святое имя и случайно даже его повторит, так как имя всемогущее, то имя одарит его освобождением от всех греховных реакций и мокшей. Но для возможности оказаться на духовном плане бытия вместе с Господом и совершать преданное служение, необходимо получить святое имя из уст истинного духовного учителя и осознать свою самбанду, отношения с Кришной и повторять святое имя с пониманием этой самбанды. I am his Buddha, I am his Lila, and someone. There should be any relationship. And with relationship, if man is chanted, Shri Harinam is chanted, then it will provide love and seva for Shri Krishna. То есть
есть человеку необходимо, преданному необходимо познать свою самбанду, свои личные отношения с Господом, какое у него настроение по отношению к Господу, слуги, или родительские чувства любви, или дружеские, или романтические. И уже повторение святого имени самбанды приведет к желанному результату, то есть самому желанному результату возможности севы Господу, служения. Normally you may see that so many seeds and fruits are dropped from a people of battle, but which I don't know what is the issue. So many seeds are there, but they do not produce. But it is said that if a crop swells a dead seed, and then he makes stone, even on the cap of stones in the old palaces, old fort, even there, the benign tree can arise. So, the seed is there, but so in the same way, if the Harinam is taken by Guru Parampara, then it will be much more effective, otherwise not so much effective. It will not be so much effective. Эту идею можно проиллюстрировать следующим примером. Например, семена постоянно осыпаются с баньянового дерева, с дерева пипал, но не все эти семена прорастают. Но вот считается в Индии, что если ворона съест семечко дерева баньян, и потом вместе с ее пометом это семечко где-то упадет, будь это в почву или даже в какую-то старую заброшенную крепость или дворец, то обязательно оттуда прорастет баньяновое дерево. И вот аналогичным образом нам, Прабху, он всемогущ, но все же, когда мы получаем святое имя через канал цепи ученической преемственности, тогда оно гарантирует дать свои плоды нам. Ajani has taken Narayan name of his son, not Shri Narayan. So how will you take him away from Yadhakara? So we will take him to Yandu, to Narayan, to hell. And you cannot stop us because he has not taken the name of Shri Narayan. He has taken the name of his son. So I will take him. We are taking him. Когда Вишнудуты попытались заступиться за Аджамилы, то Ямадуты оспаривали их право на это. Они сказали, он не произносил имя Господа Нараяны, он произнес имя своего сына Нараяны, поэтому мы имеем полное право забрать, он этим никак не мог осветиться, поэтому мы забираем его к Ямараджу. Objected it. And they said, no, Sankirtan, even a person is taking the name of Shri Krishna, Shri Hari, as a symbol or as an indication that Radhe Radhe, that is you go there. He is not saying that, but he is saying Radhe Radhe, but Chalyam has said, now you go. So that is Sankirtan, and by Sankirtan, Вишнудуты сказали, ничего подобного вы его никуда не заберете, потому что у святого имени есть особенность санкеты. Даже когда святое имя произносится, обозначая что-то другое или случайно, или как намек на что-то, например, кто-то хочет прекратить с вами уже разговаривать и просто, чтобы избавиться от вас, говорит, рады-рады, разговор закончен. А это рады-рады, это санкет, то есть намабас срабатывает. Once Shri Shankaracharya Bhagavata, so
свое орган, такой же Брахма, carried the Sutra of Vyakarana on the back of a Ganges in Kashi. And he was Dudrikarne, he was standing there. And Shankaracharya was laughing. And he said, my name is Dudrikarne. By this standing, you will not catch the actual result. You will get the actual result by chanting Shri Harina. So, Bhaji Bhagavata, now, do the bhajan of the Shri Bhagavata. Однажды Шанкарачарья увидел пожилого брахмана, который сидел где-то там на берегу Ганги, изучал грамматику санскритскую усердно, там повторял все эти, зазубривал эти санскритские правила. И Шанкарачарья сказал, ты не попадешь к Господу, повторяя вот эти грамматические правила, это тебе не поможет, лучше произноси имена Говинды. Баджа Говинда, Баджа Говинда. So, if your person is reading, is studying grammar, then without the terminology or without the terminology of the grammar, we cannot read. So Shri Jiva Goswami has written a new grammar, and that is the Hadinamrut Vyakarana. And in this way, in that Hadinamrut Vyakarana, he indicates, he changed the whole Но грамматика необходима каждому, потому что не изучая грамматику, правила правописания, все будут неграмотными. И поэтому, чтобы помочь всем людям, очень милостиво Джива Госвами Пад написал трактат по санскритской грамматике Харинама, Харинам Амрита Вьякарана, в который он все перестроил на лад имен Господа. So in this Sanket, for in Sanket, in just indication, Shri Harina, if it is taken for the indication, even then Harina will work. То есть это имя срабатывает всегда, даже если мы называем там какой-то магазинчик именем Кришны, и кто-то произносит это там гастроном Кришны. То все равно святое имя тогда срабатывает в форме намабхасы. Даже если какой-то обыватель, проходя мимо Харинам Санкиртаны, начинает высмеивать вайшнавов и кривляясь говорит, о, Хари Кришна, Хари Кришна, все равно намабас срабатывает и очищает его сердце. So, that is to start a song or to finish a song, summarize a song. Even if a person is using harina, then it will work. Если музыкант использует Харинаму, то есть, например, имя Хари, чтобы заполнить музыкальную паузу какую-то именем или растянуть что-то, строку музыкальную, опять-таки срабатывает намабхаса, стоупа. Even then, to just to make or just to get the tone music, he is using Rama. Even then, so that Shri Rama will also work. Даже, например, если в исполнении современной светской песни про любовь музыкант использует имя Рамы, я люблю тебя. Я люблю тебя, Рама Хо, Рама Хо. То есть, несмотря на то, что Рама никак не относится к содержанию клирики этой, но все же, потому что имя обладает вот этим свойством работы намабаса, то все получат благо. Это пакара, то есть прием, чтобы уловить, оставаться в одной мелодии правильной в раге, иногда им приходится вот эти паузы или растянуть, или сократить, и они просто туда заполняют вот эти паузы там, именем Господа.
Просто чтобы поддерживать, допустим, ритм определенный, необходимо там пропеть имя Хари или Рама или что-то. И опять-таки вот это свойство проявится. Даже если в качестве ругательства мы используем имя, чтобы там на кого-то накричать, надо будет на водителя рикши там «Харе!», и все равно святое имя сработает. Намабас. Но Ямадуты не понимали довода Вишнудутов. Они говорят, но он же не каялся, он не молился, он не использовал это имя в качестве там оправдания своих грехов. Как вы можете засчитывать это, как что он совершил святую деятельность? Но Вишнудуты им продолжали повторять, что нет, вот так святое имя работает. Он чист от грехов. Is it possible? So patas khalkova. If a person is falling, if a person is trembling, bhagna. If his bones are broken at that time, he cannot do any ritual. То есть Вишнудуты объясняли Ямадутам, что нет необходимости проводить какую-то праяшчиту, какой-то особенный ритуал, потому что есть ситуации, где человек вывалился с балкона 30 этажа, падает вниз, и кто-то ему говорит, вон тебя чиманится, быстренько произнеси санкалпу, помолись перед уходом. Но это же абсурдно. Есть ситуации, когда человек чрезвычайно болен, он лежит немощный, неподвижный, поэтому они говорят, святое имя вне всяких правил предписаний, его можно произнести как угодно, когда угодно. If there is a snake bite, how you perform the rituals or anatta, the enemy is shooting him, how you perform the rituals? So, Harina can be taken in any way. То есть Харинама может прийти на помощь при любых обстоятельствах. Например, человеку укусила змея, но где он будет там бегать за парафиналиями, чтобы провести ритуал, или кому-то навели дуло пистолета к виску. Какой речь там может идти о ритуалах в таких ситуациях? Но Ямадуты не унимались, они сказали, но грешил-то он постоянно, он совершил тысячи грехов, а имя он произнес такое коротенькое, там, ну, Нараяна, и не так много раз, но как это может оправдать всю его греховную деятельность?
Вишнудуты объяснили Ямадутам, что такие понятия, как длинное имя или короткое имя, не относятся к именам Господа. Подобно тому, как гомеопатическая таблеточка, она сама очень крошечная, но может побороть очень серьезное заболевание. Любое имя Господа, даже самое краткое, все равно освобождает человека от всех грехов. То есть праящита есть такие ритуалы, которые предписаны для искупления грехов. То есть и они освобождают человека от реакции на грехи, но не от самих самскар и воспоминаний. То есть вот эти отпечатки грехов остаются в сознании человека. Вот эта склонность грешить. Halna by chance. You are not intentionally taking halna. It is habitual of her talking, habitual of her addressing his son, Narayan Narayan. So by habit, he has pronounced the Narayan name. And that was the ignorance, Akya. He has taken the Narayan name. Ямадуты сказали, но он же неосознанно произносил имя Господа, он не думал о Господе при этом, он просто по привычке, он уже привык все время звать к себе сына и подозвал его, но как это может помочь ему очиститься от грехов? Whatever will come in its content. Fire will burn that fuel. In the same way, if Harna is spoken, Harna is pronounced, then all sin will be finished by Shri Harna. Вишнудуты объяснили, святое имя подобно огню. Огонь сжигает все. Понимает кто-то, что он обожжется в этом огне или нет, любое, что попадает в огонь, будет гореть. Аналогичным образом святое имя не взирает, там кто-то осознанно его произнес или неосознанно, вот этот результат освобождения от грехов будет действовать. Think that this child has emotionally, unknowingly. It is its nature, so it will burn the heat of the water. Если ребенок маленький возьмет коробок спичек и зажжет спичку, огонь не подумает, ну это же маленький ребенок, я не стану гореть сейчас и все жечь. Он тут же загорится. So, attend the master. You cannot carry this ajami in this insulting way. If you want to take it, have a cart and just place him in that palki and three arms. And fourth person should be Sri Yogananda's himself. Go to Yogananda and call him. And in this day, very respectfully, you carry him. Athaina maam gayo. You should not carry him in this insulting way to Yamadutam. И Вишнудуты сказали Ямадутам,
У вас нет права с ним так неуважительно обходиться. Как вы смеете его там обвязывать веревками какого-то пленника и тащить с собой? Если вы хотите его взять с собой на аудиенцию к Ямараджу, то вы приобретите паланкин. И так как у вас всего лишь трое, вам нужен четвертый, чтобы нести его в паланкине. Позовите своего хозяина Ямараджа, пусть он будет четвертым носильщиком. Ну, вот таким образом вы его можете туда доставить. И тогда Вишнадуты разрубили вот эту удавку смерти, которую накинули на Аджамила Ямадуты, сломали их палку смерти также и погнали их прочь, и в страхе Ямадуты убежали. Аджамил был ошеломлен происходящим. Одновременно с этим ему было очень стыдно за всю свою греховную деятельность. И вишнудуты продолжали оставаться рядом с ним. Они повторяли харинаму и прославляли Господа. То есть вот в ходе этой ситуации Аджамил услышал всю татву о славе святого имени во время диалога между вишнудутами и ямадутами. Он осмыслил вот эти глубочайшие истины. Также он слышал само святое имя от вишнудутов и о славе Господа. И после того, как вишнудуты тоже покинули его, он сильно каялся о содеянном. I am so much a sinful and wicked person. And where those four saints, those came here, and who was describing the glories of Sri Harina, where have they gone? Where have those three persons who was carrying me to anywhere as it was very much dangerous? Where they have gone? Oh, I am very much proud that I got Shri Harina from those Vaishnavas. Аджамил сокрушался, он думал, я жалкий, падший негодяй, что я творил всю свою жизнь. И потом он думал, а куда же делись эти четверо удивительных личностей, которые дали мне харинаму, и куда делись эти трое ужасающих существ, которые пытались меня утащить с ними в ад. And in this day, having discussed in her heart, in his heart, Ajamil came to Sri on the bank of Sri Ganga. И чувствуя отвращение по отношению к самому к себе и всей своей жизни, Аджамил покинул дом и ушел на берег реки. And there, continuously, he was doing the Harinam Sankirtan. И непрерывно он воспевал Харинам Санкиртан на берегу Ганги. Санкиртан по определению это совместное повторение святых имен группой людей. Is
То есть есть три разновидности джапы мауна, то есть беззвучная джапа в уме, потом second one, прям упаншик и санкиртан. Мауна джапа, беззвучная джапа, это когда преданный просто, он перебирает четки и в уме повторяет, но его язык и губы при этом не двигаются, не издает никаких звуков. Это мауна джапа. Упаншу — это когда человек двигает губами, языком и слышит сам свое повторение харинамы. То есть уровень звука должен быть такой, что вы сами слышите, как вы повторяете джапу. Санкиртан — это когда громко идет громкое совместное повторение или воспевание святых имен. Господь Нараяна прислал свой личный виман за Аджамилом, чтобы тот привез его на Вайкунтху. Лакшми удивилась, сказала, какого... Сказала, о господин, если ты послал собственный виман, кого мы ждем в гости? Что это за VIP к нам скоро приедет? Нараяна сказал, действительно, очень важный гость сегодня приедет, это личность, которая серьезно приняла прибежище моего имени, поэтому я посылаю за ним свой виман. Will be coming. And Shri Harinam is so powerful that only by the Harinam, the other eight type of bhaktis will be performed. And if a person is not taking Harinam, then he can do no bhakti. Any bhakti, he cannot perform that. Произнеся харинаму, святое имя, человек освобождается от всех греховных реакций. И киртан является главной ангой бхакти, то есть это основная анга, всемогущая. Но если человек совершает другие анги, но не повторяет святые имена, то он далеко не уедет в бхакти. То есть невозможно должным образом усвоить, понять харикатху, если человек не
и подготавливает свое сердце воспеванием Харинамы. А повествующий Харикатху тоже не будет иметь квалификации на то, чтобы рассказывать что-то о Кришне, если он сам должным образом не служит святому имени. То есть это будет просто теоретической какой-то информацией. Потому что необходимо сначала осознать святое имя Кришны. Только после этого можно осознать его форму. Потому что Кришна, откровение от Кришны приходит в последовательности определенной, зафиксированной в краме. Вначале проявляется святое имя, потом форма, рупа, потом гуны, качество Кришны. И уже после этого проявятся лилы Кришны, его игры. So respectively, as there is simultaneously the Naam, Rupa, Guna and Lila, these four things will appear. То есть в этой последовательности являет себя Кришной. Имя, форму, качество, лилы. Lakshmi asked that there just tell you accept the person who is reciting Shri Krishna or to a person who is also listening to Krishna. Лакшми спросила своего супруга, ты принимаешь тех, кто произносит твои имена, или тех, кто слушает, или даже тех, кто просто слушает твои имена? Кришнарая answered, no doubt. A person is reciting Krishna and a person is listening to Krishna. Both will get the same result. Он сказал, принимаю всех, и говорящих, и слушающих. Jet jet nama vandu kumorari, vinvati vidharma dhyana kuyar yatnam, kathamami sakratattam pranam mokshikavyam, param manusurupam bhushyam chivnam de. In Bharatam, in the Mangalashara of Bharatam, Shri Sanatana Goswami is saying that jet jet nama vandu kumorari, Shri Harinam, в Мангаладжарине, в благодатном вступлении в Брихат Бхагаватамриту, Шрила Санат Госвами Пад прославляет святое имя, дает ему славу. Почему он повторяется? Джайти, джайти. Одного слава хватило бы уже сказать, слава святому имени, но нет. Один раз сказать этого недостаточно, поэтому говорит джайху, джайху, вся слава святому имени. Вся слава святому имени, потому что оно всемогущее. There is no difference between Naam and Nama. The name and the name, both, two things are not different. Two things are the same. Нет никакой разницы между Намом и Нами, именем и тем, кто носит это имя. Это одна реальность. As Shri Krishna has taken Matsyapuna Varaha so many incarnations, in the same way, Nam is also an incarnation of Shri Krishna. Святое имя — это проявление Кришны. Вот Кришна проявляется как Вараха, как Нирсимха, как Матси, в разных ипостасях. И святое имя — это звуковое проявление Кришны. Нам should not be taken as an indicator, but it should be taken as the meaning. It's not the word, but it is meaning itself. Святое имя — это не обозначение Кришны, это сама суть Кришны. И надо таким образом относиться к святому имени. As the person is saying that this is Rahu Sharaha, this is the head of Rahu. But saying Rahu, the head is automatically set because the head was Rahu and the skelter that was it. So Rahu is the sin itself. In the same way, Krishna is himself Krishna. То есть подобно тому, как нет
смысла говорить там голова Раху, потому что это и понятно, что это голова Раху, потому что Раху был верхом, а Кету туловищем. То есть, когда мы произносим имя Кришны, это и есть сам Кришна. Если кто-то скажет, что это тело Брахма, Брахман, то есть, если говорится, это тело, он родился в теле Брахмана, но это понятно, что Брахман — это категория, которая к душе не относится, поэтому Брахман, сама эта каста, только и может означать, что это тело. Но таким же образом имя Кришны обозначает самого Кришну. То есть подытожим, что нет никакой разницы между именем Кришны и самим Кришной, не абсолютной. As the body and the Brahman is indifferent, as the head and the Ram is indifferent, in the same way, Krishna and Krishna Ram is indifferent. Подобно тому, как Раху и голова Раху — это одно и то же, и брахманское тело, и там Брахман — это и есть одна суть, таким же образом имя Кришна и Кришна — это одна реальность. Krishna can be taken in any form. Shakti, Sparshi, Mukhrasgar, in any form. Krishna can be taken. Имя Кришны можно почитать в любых проявлениях. In the book of form, in the form of what Shri Krishna is spoken and Krishna is heard. В форме имени мы можем произнести имя Кришны и услышать слухом имя Кришны. So that is what it's doing. That is what it's clear. Это очевидно. But by some person has the impression of Shri Harina on his forehead. He is writing Shri Krishna on his chest. Ra, Tha. Some monks, writing. Hare Krishna. They have the Harina Mudra on their mind. And at that time, Shri Harina, by sparsh, by touching the skin, Shri Harina will purify the person. А как почитать святое имя прикосновением? Прикосновением его можно почитать следующим образом. Можно на теле своем сандаловой пастой написать «Радха» или «Кришна» или «Харе Кришна», или взять эту печать уже готовую и вмакнуть ее в пасту и оставить отпечаток на своем теле или лбу. И вот это будет контакт соприкосновения со святым именем. And he is in it, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. He is reading Shri Radha everywhere on the trees. And at that time, at the form of moon, Shri Harina is a state, Shri Harina is purifying us. А как очиститься, почитая святой? Святое имя в форме рупы. Например, весь Вриндаван расписан именами Радхи. На всех заборах, деревьях написано Шри Радхи или Радха. То есть таким образом глаза соприкасаются с формой святого имени, и мы очищаемся. In the form of water, Shri Harina will purify our body.
И даже мы можем съесть это имя в форме, мы совершаем мачаман и произносим при этом святые имена. И вот эти святые имена заходят в воду, Ом Кешавая Намага, и мы пьем ее и очищаемся этим самым. Можно заговорить мантрой там спелая манго, а потом вдохнуть его аромат, даже не съедая, просто вдохнуть аромат, и вот это он уже содержит в себе звуковую вибрацию святого имени, и таким образом через ноздри очистить человека. То есть любым образом, любой контакт со святым именем через посредством любого чувства, органа чувств наших, принесет нам духовное благо и очистит наше сердце. Лакшми сказала тогда мужу, ну подожди, если все, что ты говоришь, это правда, то и жена Джамила, эта проститутка тоже, так как она всегда слышала, как он говорит Нараяна, Нараяна, то она тоже должна приехать с ним на Вайкунху. И тогда из-за проститутки послали Виман срочно тоже. Патихи указывает на то, что он не в одиночку поехал на Вайкунху, что его сопровождала его половина, или по-другому ее называют проституткой, то есть что она тоже туда попала. Она тоже супруга Джамила, которая в прошлом пела. Женщина легкого поведения попала на Вайкунху вместе с ним. В это время а что же произошло, когда Ямадуты вернулись обратно к своему начальнику Ямараджу? И когда Ямадуты вернулись во дворец Ямадута, они подошли к шефу и показали ему поломанную эту удавку и палку. И расстроенные Ямадуты сказали, о господин, вы подойдите сюда поближе к свету, где будет лучше видно, посмотрите на рубцы и царапины на наших спинах, что с нами сделали.
First of all, that how many masters are, how many the shastra are, how many the masters are of this universe. Вначале мы хотим понять, тут в этой вселенной сколько хозяев, сколько тут главных. And she, the Dharma said, there are so many commanders, even then, among them, one is the chief, and that is me. Он сказал, Ямараджа сказал, тут много главных в этой вселенной, но все же среди них я самый главный. She, Yambu answered, no sir, no, as good as you were thinking that you are commander in chief, but now we experience that in this universe, nobody is hearing you. Они сказали, мы тоже так раньше думали, господин, что ты тот самый главный, но сегодня мы поняли обратное, что вообще никто тебя не боится тут. Сегодня мы пошли на дело забрать одного негодяя сюда, а там оказались четверо настолько мощные, что рядом с ними мы почувствовали себя малыми детьми. Эти четверо не позволили нам забрать грешника с собой. Ямарадж спросил, а этот грешник что-то перед самым уходом говорил, перед тем, как вы его забирали? Да, господин, он кричал «Нараяна, Нараяна, Нараяна!» И в этот самый момент появились эти четверо. И Ямарадж тут же догадался, что произошло, и от восторга, от прилива любви Господа он упал в обморок вообще. То есть он полежал немножко без чувств. И растроганный Ямарадж прослезился, потом утер слезы и сказал, дети мои, я так счастлив сегодня, после такого долгого-долгого времени жизни в этом аду с вами, сегодня мне посчастливилось услышать имя Нараяны. Вы не понимаете, что просто произнеся это имя Нараяны, он покорил, поборол смерть этот Аджамил. А слава Господа Нараяны безгранична. И он сказал, никто описать славу Господа не может. А они, слуги, сказали, ну тогда зачем об этом говорить, если это невозможно описать? Но Дармарадж
сказал, лишь некоторые, то есть есть лишь немного тех, кто сведущ в татве силой святого имени. Махаджаны. И Ямарадж поведал им, что есть 12 махаджанов, великих личностей, которые сведущи в нам татве, они знают о славе святого имени, начиная с Свайамбу, Нарада, Шамбу, Брама, Нарада, Шива, четверо кумаров, Капила Муни, Свайамбу Ману, Прахлад Махарадж, Джанак, отец Ситы Деви, Пишма, Пали Махарадж, Ваясаки, сын Вьясадева, Шукадев Госвами. И ваш лично, сказал Ямарадж, я ваш хозяин тоже в этом списке 12 махаджанов. Если бы я не знал о славе Харинамы, как бы я мог сейчас вас просветлить тут непутевых? То есть я тоже в этом списке, и мне есть что сказать по поводу славы святого имени. This is a very easy way. Now a person should do three simple activities. And first, we should take Krishna, Hare Hare, Rama, Narayana, and you will get freedom from all sins. Ну, Ямадуты подумали, как они хорошо устроились теперь. Они будут грешить налево-направо, потом рам-рам или хари-хари, и мы их тронуть не можем уже. Они думали, мы тоже. Он говорит, мы тоже так будем делать. Погрешим, потом хари-хари скажем. Ямарадж сказал, нет, вы так не говорите. Они сказали, не думайте, что можно злоупотреблять силой святого имени. Будьте осторожны, потому что существует 10 нам-аппарат, 10 оскорблений по отношению к святому имени. Он не перечисляет все 10, но он упоминает несколько нам-аппарат. То есть это считается великим оскорблением к святому имени, если мы злоупотребляем его силой и думаем, что мы можем грешить, а потом очиститься, используя святое имя. То есть, если человек использует святое имя как праящиту, возможность очиститься от своей греховной деятельности, то это считается злоупотреблением святого имени, и человек не получит блага, потому что он будет повинен уже в апарадхе, которая гораздо страшнее, чем грехи, потому что святое имя нужно принимать только ради того, чтобы обрести любовь к Кришне и возможность служения Ему. Среди 10 оскорблений по отношению к святому имени самые опасные 2. Что там? Гуру Авагья. Оскорбление в адрес гуру или непочитание гуру или непослушание гуру. А вторая самая опасная, это то, что
грешить, рассчитывая на защиту со стороны святого имени. То есть царицу, королеву никогда не пошлют подметать улицу метелкой. То есть это совершенно неуместно и абсурдно. То есть заставлять королеву идти подметать там улицу, это абсурдно. В королеве служат, проявляют почести в надежде, что она одарит драгоценными подарками за наше служение. Аналогично с Харинамой. Харинами служит для того, чтобы наше грязное белье там потом выстирывать, наши грешки исчищать, а с целью обрести прему к Кришне, возможность непосредственного служения ему в духовной дхамме. То есть это совершенно неуместно и недозволено вот так относиться к святому имени как к средству, чищащему средству для наших грехов. Потому что святое имя — это объект нашего поклонения. Это самая серьезная такая аппаратка по отношению к святому имени. А вторая самая опасная нам аппаратка гуру авагья, неуважение или оскорбительное отношение к гуру. Это поведение человека, который думает, ну я уже получил харинаму, я знаю, что харинама — это чинтамани, она исполняет все духовные желания, любые желания. Зачем мне гуру, зачем мне тратить время, там, ресурсы на служение гурудеву, что-то его слушаться, там, сидеть часами, слушать его наставления. У меня уже есть харинама, я пойду себе спокойненько спрячусь в своей комнате и буду часами повторять харинаму. Вот это преступление, это апарадха. И наказуемо тоже тем, что святое имя полностью покинет такого человека и не вернется уже к нему. Еще одна... И еще одна опасная парадха — приравнивать воспевание святого имени к благочестивой деятельности, пуньякар. То есть мы думаем, что там добро сделать, там покормить бедных, одеть там голых, там вылечить больных, ну и харинама, что это одно и то же. Нет. Харинама — это бхакти, это трансцендентное, никакого отношения к такой сатвической деятельности не имеет. A person cannot
actually describe the glories of Sri Aruna in his whole life and life in it. The glories of Aruna cannot be described fully, so there is no atma, or the exaggeration is not done in Aruna. И еще одна опасная парадха, когда люди думают, что вот эти слава святого имени, описанная в священных писаниях, она вымышленная или преувеличенная. Он думает, ну что-то там уже слишком это все сказочно звучит о силе святого имени. Но это, наверное, не просто как преувеличивают в поэзии. Но это не так. Святое имя настолько могущественное, настолько сладкое, что это невозможно никакими словами описать. И поэтому возникает огромная опасность для нашего духовного здоровья, когда мы начинаем там из-под тишка где-то умишком своим думать, что ну, преувеличивают они, вот, что святое имя может и это сделать, и это сделать. Not having the missionary spirit in it. If a person is doing Harina only as a profession, and not having the missionary spirit in it, then it is also that. И тоже великая парадха к святому имени, к самому Кришне, когда святое имя, то есть духовное посвящение или проповедь, или харикатха, повествование харикатхи становится бизнесом для человека, когда человек пытается на этом просто заработать деньги, на рассказывание Шримад-Бхагаватам, или там инициируя побольше, чтобы все дали дакшину, вот это очень оскорбительно для святого имени. Fourth nama is this, in general, nama. And that's this, that listening Shri Harinam even, the person is not the believing of it. The person has a hope. You see, he knows the glories of Harinam, even he is not the believing. That's also the Апарадха есть такая, что несмотря на то, что человек уже очень много слышал о славе святого имени от гуру и вайшнавов, он все равно продолжает жить таким образом, как будто бы он действительно не верит в эту силу и важность святого имени. Оскорбительное отношение в адрес вайшнавов, критика вайшнавов, неуважительное отношение к святой даме, всему, что связано с Кришной, это тоже приносит огромный вред нашей духовной практике. Также видеть разницу между Кришной и Шивой. Ну, тут несколько есть трактовок этой намапарадхи, ну, то есть концепция, что или неуважительное отношение к Шиве или Деве там определенным, думая, что мы только поклоняемся Кришне и проявляем великое непочтение, что это тоже не будет на пользу. Я в соответствии с тем, что я припомнил, пересказал эти 10 аппарат, и вот Ямарадж предостерегает Ямадутов, что нужно быть очень осторожным, не совершать нам апарадхи, потому что это они. Апарат.
он предостерегает, что нужно тоже быть бдительным, не совершать сева апарадхи, то есть что-то в служении по отношению к божествам, как мы кланяемся, что все надо правильно делать, иначе и оскорбительное отношение к вайшнавам, и вайшнава апарадхи, и сева апарадхи непременно приведут к нам апарадхам. So, Guru Agnya and Vaishnava Vrinda, these two avatars are Vaishnava avatars and they are also counted in 10 Mahaparadha. То есть то, что относится Сатам Нинда, вот это неуважительное отношение к Вайшнавам, это и есть одна из Намапарадха. So, Сатам Нинда, Ашасу Нинам, so Сатам Нинда, this is Vaishnava avatar, but it is counted in Shri Namapara. То есть нужно быть очень осторожным в повседневной жизни, потому что любые сева аппаратки и неуважительное отношение к вайшнавам, гуру это проявляется как нам аппаратки, и потому же очень трудно от этого избавиться. In this day, Sri Yantaprai is apologizing for the apparat that was done by Так начальник всегда несет ответственность за поведение своих подчиненных. Ямарадж извинился перед святым именем за недостойное поведение, за неведение, невежество своих подчиненных и попросил святое имя пролить свою милость на него. From that day, Shri Yantu never goes to that place where Harinam Harikatha is recited. И вот после этой планерки Ямадуты уже никогда не посещают те места, где звучит Харинама. Shri Shukdevi says that once I met Shri Agastya Rishi on Malaypara. И затем Шукадева Госвами рассказывает, однажды я повстречал Агастья Риши на горе Малайской. И мудрец. И мудрец Агастья в этот момент поклонялся своей шалаграм Шили, он держал ее в ладони, и увидев меня, он обратился ко мне с наставлениями. Он поведал мне, повествовал Шримад Бхагаватам и завершение, он дал мне наставление о Харинаме. Три раза повторил. Naturally, automatically, Shri Harinam came on his tongue twice. Три раза он сказал Харинам, Харинам, Харинам. Почему? Потому что одного раза ему было мало, настолько вкусно это звучало для него. Три раза слова возвращались ему на уста. And by air, Shri's explanation that there is no other remedy, other thing, other method is not so powerful so that it can give the service of Shri Krishna. Kena means the Harinam Nam Sankirtan is the only way to get the frame of Shri Krishna. То есть Харинам, воспевание святого имени, это единственное лекарство. Это единственный метод, который поможет достичь прему, любовь к Кришне. Нет другого средства, нет другого пути, нет другого метода. Это единственное. Кевалам. Кевалам.
То есть Кейвала подчеркивает, что только Харинама может дать. Она дает все то, что дают другие практики, но дает гораздо больше дополнительно, потому что это единственный метод, с помощью которого можно достичь премы и преданного служения Кришне. Особенности потом три раза повторяется, что в Кали-югу вообще нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме Харинамы, чтобы достичь гати своей цели. То есть без Харинамы это невозможно. So, in this way, Kevalam and the repetition of Nasti, Nasti, Nasti. This shows that Sri Harinath is the only shelter of we persons because we are always full of the sinful activities and full of the aparat. So we will take shelter of Sri Harinath. То есть для нас нет другого выбора, кроме Харинамы, потому что в наш век Кали все падшие, за всеми числится огромный длиннейший список грехов, аппарат, и поэтому наше единственное прибежище и спасение — это святое имя. Джай! Таким образом он описал Харинам Санкиртан славу святого имени. У нас было много амбиций, мы надеялись услышать все 12 песен за картику за один месяц, но посмотрим, как пойдет. Иногда не все так быстро удается, как хочется. Иногда сладость темы, которую мы обсуждаем, становится преградой на моем пути для того, чтобы поскорее там закончить эту главу или песню. Я сделаю все возможное, чтобы дать вам возможность услышать все 12 песен за картику. Jai!